Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Place Energy Channel. И сегодня мы находимся на Гринвиксе. Да, это такой сервер. Сервер, на котором есть куча мини-игр. И сегодня мы попробуем одну из этих мини-игр. А прежде... Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная. Чем начнется наш ролик, вы должны обязательно поставить лайк, подписаться, ну и все такое. Давайте поиграем... Смотрите, сколько тут игр. Постройки, значит, вот. Тут можно строить. Также Bedwars. Есть Skywars. Ну что ж, давайте пойдем на Bedwars. Да, что ж, я уже зашел. Теперь ожидается начало игры. Конечно, оно более-менее долго так начинается. Ну, я как смог, так обрезал. Да. Кстати, у меня есть, стоит текстурпак, но с ним я не вижу цифр, которые должны быть. Я очень тренировался на этом сервере, я сейчас играю как бог, абсолютно в PvP. Раньше я в PvP, ну, так, не любил играть. Сейчас мне даже говорят, ну, приплей, смотри, как ты... Чё ты так хорошо играешь в PvP? Хорошо PvP-хаешься, короче, говорят. Воу, какая карта, мне нравится. Так, что ж, мы одни, да? Или... Я что-то не понимаю, где... А где мы? А, мы еще не начали. А, вот, все. Настрое, да? Что ж, давайте. Я, наверное, отключу звук, потому что... Ну... Посмотрите, как я пвпхаюсь там. Строюсь. Что ж, поехали. Просто не хочу задерживать ролик. Ну ладно, все, поехали.
Так, ну я почти уже закончил снимать. На самом деле оно не доснялось до конца по какой-то неизвестной ошибке, но на самом деле мы выиграли. Мы затащили эту катку. Эта катка была очень сложная, она очень длинная была. Прям очень. И мы все-таки затащили. Нашу кровать первую сломали, но все-таки мы выиграли. Ну а на этом все. С вами был уважаемый ваш друг Places Energy Channel. До новых встреч. Всем пока-пока. Возможно, я с вами даже поиграю, если зайдете на Greenwix, я там часто играю. Заходите.